Иногда смотришь фильм или сериал и не можешь понять, каким образом Мэтта Дэймона занесло в «Трансформеры», и почему Руперт Гринт вдруг снялся в «Игре престолов». Однако по титрам становится понятно, что это не Дэймон, а совсем другой актер. А рыжеволосый солдат армии Ланнистеров – это Эд Ширан. Предлагаем взглянуть на тех звезд шоу-бизнеса, которые выглядят почти точно так же, как другие знаменитости. Наверняка здесь не обошлось без какого-то особого шаблона, по которому принимают в селебрити. Давайте и мы посмотрим на этих двойняшек.